ряд хищных птиц, включающий более 200 крупных и средней величины видов, в основном ночных птиц, распространенных во всех странах мира. Розовое фламинго. Обыкновенный или розовый фламинго – птица из отряда фламингообразных. Оперение у взрослых самцов и самок нежно-розового цвета. Крылья пурпурно-красные, маховые, черные. Неопределенные части головы – красные. Масса – 24 кг. Рост – 1,1 или 1,5. Крокодилы – отряд вторично-водных позвоночных, которых обычно относят к сборной группе пресмыкающихся. В рамках кладистики крокодилы рассматриваются как единственное выжившее субклада более широкой клады крокотарзы. Хотя словно крокодил правильнее обозначить представителя семейства настоящих крокодилов. В целом этот термин употребим для любых представителей этого отряда. Крокодилы впервые появились 83,5 миллионов лет назад в позднем меловом периоде. Современный отряд включает в себя не менее 15 видов настоящих крокодилов. Он такой милый, смотри. Он прям для тебя, знаешь. О, это я, пока голову запаю. Вот в холке. Оп. Уничтожит в 5 секунд. Да. Конечно, очень опасный зверь. Свинина. Желудя, видишь, кушает. Самая хорошая еда. Желудя. Как ты их содержит, ты это самое? Столько места еще в зоопарке, да? Ничего себе. Я говорю, столько места в зоопарке, они их какой-то клетушки держат. Традиционно свиньи не в чести. Смотри, они как они, да, друг друга не любят. Да, или они из-за еды? Да кто его знает? Как они зарычали прям, ну, не хуже тигров. Ого. Смотри, как они. Волки, тигры.
Вот это да. Да. Вот теперь я понимаю. А вот смотри, какие клыки у него. Огромные клыки. Машина смерти. Да. За ухо кусает. Свинюшку. Кабашка кусает свинюшку. Это вот кабан. Свинюшка обиделась, ушла. Точно. Все. Ох, как. Ох. Ну, правда, я видел домашнюю свинку в два раза больше, чем вот это. Представляешь себе? Вот такой ростом, вот смотри. Вот такая ростом свинья, смотри. Вот такая. И длиной вот с этот вольер. Представляешь? Просто гигантская, гигантская. Не, носик не, только носик не пролезет. Видишь, уже расковырял проволоку как. Да. Они еще и к проволоке вот, да, вот могут. Ничего себе. Посетите в зоопарке.